Сегодня Владимир Путин пообщался с матерями военнослужащих, участников специальной военной операции. Встреча прошла в преддверии Дня матери. Президент обсудил с женщинами вопросы, которые их волновали, а также поздравил с наступающим праздником. Он отметил, что хотел лично услышать мнение матерей, их идеи, мнения и предложения, чтобы обязательно учесть это в будущем. Кроме того, Владимир Путин рассказал, что говорил по телефону с некоторыми бойцами в зоне СВО. Они не ожидали этих звонков, но удивляли его своим настроением. Всех участников спецоперации президент назвал героями.